матч Лиги чемпионов УЕФА «Интер-Барселона». Афиша достойная финала, но пока что это полуфинал, но большинство сходится во мнении. В этой паре играет, творил хаос в Европе, блокировал вулкан, донес колоссальный сюда, в сторону Италии. И представьте себе, буквально через 45 минут после того, входят в кафе, берут кофе, берут какие-то булочки, ведут себя совершенно нормально, естественно, фотографируют. Она приехала сюда, и этот большой матч состоится. Кстати, Пеп Гвардиола вчера на предматчевой пресс-конференции первый застряли в Европе. Это не очень... Но об этом все, потому что главное — футбол. Вот почему эта игра великая, потому что ты приходишь уже. Болельщикам Барселоны было очень сложно попасть сюда, потому что от себя на самом верху, не знаю, будет ли слышно болельщиков, это болельщики Интера и на левой трибуне. Вот во всей этой ситуации, которую переживает Европа и переживает весь, вам скажу, как бальзам на душу. Своего главного соперника, мадридского Реала, который выбыл из Лиги чемпионов. Пеп Гвардиола угадала замысел Жозе Мурини. Каких только схем вообще, как сыграть против Месси. В результате Жозе Мауриньо вылезет и на первой линии атаки располагается. Вот сейчас опасная ситуация. Ибрагимович своим каратистским ударом носком бутсы попытался сюда. Посмотрим. Милито в штрафной площади. Прострельная передача открывает. В последнее время играет Хави, шестой номер, 16-й Бускетс, 15-й Кейта, 17-й Эленио Эрреры и того Катеначо, который он поставил Интеру. Удар мимо ворот, оно так или иначе присутствует. Как бы это вот сейчас, может быть, контратака через левую зону. Нет, здесь положение вне игры. А влево Самуэль, отдай пас. Барселона сыграла 0-0 в дерби с Испаньолом. Какой бы ни был Испаньол, дерби, это есть дерби. Это добивание Милито. Теряет через три года свое представительство в Лиге чемпионов. 1-0 должно быть. И это гол. И это Педро Родригес открывает счет. Барселона выходит вперед. 1-0. Не забиваешь ты. 0-1. Надо раскрываться Интеру чуть-чуть. И вот момент. Лучо. Не игры. Центральному нападающему. Ну вот как сейчас. Опасно. Сравнивать счет надо. И не попадает. Милито. Милито тоже устал. Максвелл. Это довольно крепко стоит на ногах. Ну, я не буду. Милито. Пас в район 11 метров. Налево. Сравнивай. 1-1. Уэсли Снайдер. Или как его здесь звонко в Италии называют. Снайдер. Снайдер. 1-1. Сейчас вместо него Пандев как раз закрывал эту зону. Занетти сместился. Видите, они как играют. Сопротивляться вот этому реву почти 80 тысяч. Вот что значит разнообразие атакующих действий. Опасно. Ох, как здесь играет. Ах, какая умница! 1-1 и Снайдер с 4 шагов удар! Рикошет. Существенно менять. У Барселоны все нормально. Она забила и имеет по такой игре шанс забить в любой. И Уэсли Снайдер, автор, могли бы сыграть на домашнем стадионе Реала в финале. В эти дни весь мир, не только потому, что это потрясающая страна, столь, которую многие переживали в эти дни. Милито, опасный прострел, Пандев! Вот это начало Интера. Ах, не зря они вышли раньше Барселоны. Положение вне игры, Милито выходит втроем, они практически к воротам. Милито смещается, Майкон! Майкон! 2-1! Майкон, который не играл практически в атаке весь первый тайм. Это работа тренера. Он переключил рычаг. Он велел Майкону. Ну-ка, Месси. Месси! Рикошет и выручает Жулио Сезар. Это угловой флага. 5 футболистов Барселоны в штрафной площади. Удар! Еще борьба за мяч! И выручает Жулио Сезар. Поднят флаг арбитра. Ошибку сейчас передача. Допустил Камбьясо. Офсайд поднял арбитр, подумав. Игра в исполнении Майкона. Только, конечно, он не Хави. В плане последнего паса. Атака. Пас вдаль. Удар. Противоход. Офсайд. Офсайд или нет? 3-1. 3-1. Это другой расклад. Это другой расклад. Я ничего не вижу. Комментаторы за редким исключением сюда просто не смогли добраться. Продолжается. Забегание. Абидаль. Абидаль. Прострел. Мяч-то очень опасно свистел вдоль вратарской площади. Интер впереди.
Подножка не грубая, но это срыв атаки, поэтому желтая карточка. Месси! Обвел стенку, положил мяч. И еще одна опасная атака Интера. Снайдер! Я бы еще раз подработать этот мяч под удар. Навыка игры в нападении не хватило. Пенальти! Или что? Или желтая за симуляцию? Еще один момент для раз. Ну, почти отыграли этот эпизод в обороне. Продолжается атака. Удар! Но Месси максимум, что практически максимум. Господа, это только первый полуфинал. И какой он получился? Мы с вами посмотрели замечательный футбол. Замечательный футбол. Спасибо Интеру за игру. Здравствуйте, уважаемые телезрители. От всей души. Назван несправедливым. Об этом говорить или задать вопросы. В общем, 3-1 – это другая психология. 2-1 – разминка, специальные упражнения, специально удары. Ну, конечно же, удобные, все должно быть в руках Оймана. А правильно, ведь на разминке перед игрой, то есть на пресс-конференции, оба тренера говорили, Питер, этой встречи. Я думаю, как раз мы нормально подошли, значит, бельгийцы. Ну и вот, на ваш экран. Встреч Барселона и Интер. 3-1 Интер выиграл. И... Да, наверное, нелегко. Легко ничего не делается в полуфинале Лиги Чемпионов. Но Луис бывший, очень давний, хороший друг. Это процентов 75 сил затратила Бавария. Он дал нашим корреспондентам. Я скажу вам о том, что срочно поменяли Аус, третий, Пике, шестой, Кави, капитан, девятый Ибрагимович. Не денешься, но я думаю, что вырос в глазах многих. Официальный делегат Евротузом, так же, как и останавливал мяч, не очень техничная фона. Легко уходит человек и бьет поворотом в дальний угол. Публике это же очень понравилось. Месси проходит середину поля, его атакует Камбиасо, нарушение правил. Итак, навес, внимание, опасный момент, последнюю долю секунды. Там подтолкнули Милито. Ударить Месси не дают, пас в разрез, а здесь уже дежурит Барселона, но здорово. Здорово играет мелким пасом. И тут же... Эх! Так, здесь был навес, чтобы кто-нибудь там сыграл. Будет удар по воротам. Ой, какой ударчик. И это Месси. Вот вам подтверждение. Это прекрасно, я вам скажу. Пас. Благо, что таких свободных мест очень много. Сейчас посмотрит судья. И нарушение правил Киву. Внимание. Ой, какой удар хорош. Ну, мячи летуны-то. Тут уж никуда от этого не... Эти зрители. Я думаю, что по ходу игры кое-какие... 0-0 после первого тайма в десятером игре. Вот что получил и отдал. Стопроцентное... правой стороны или в центре будет, естественно, нагружать оборону Интера. Итак, второй тайм начался. Там не видел и хотел бы услышать. Пожалуйста, я быстренько это делаю. Кто-то кого-то потеряет, забудет. И на этом все. Вот удар издали. Опять Туре. Айт. Это навес. И... удар от Лука на ход себе. Эх, если бы при... удар поворотом в ближний угол. Продолжается, будет сейчас навес мягенький такой. Но принято очень правильное решение. Выход Мунтари. Это защищается. Продолжайте, ребят. Левую ногу по диагонали на противоположный фланг. По ему четко, который где-то там выдвинулся. Месси готовится ударить поворотом. Бьет. Прямо в руки Сезара. Их или вместо них это Кордоба. Месси смотрит по диагонали. Да, ребят, поклонники Интера, марш быстренько за свет.
Волшебник пасует Хави. Хави и Пике. Пике забивает. Итак, 3-2. Надо второй мяч. Центральный защитник поймал. Френ слева дает Хави. Хави бьет по воротам. Сезар отбивает. Сложился очень игрок. Второй приходит на подстраховку. По-моему, это классный момент. Удар, гол. 2-0. Мяч на центр. Подожди секундочку, что-то там не так. Что-то не так. Судьяльный матч. Двух тактических задумок. И одна из них...